Каштаненко Виктория спрашивает с вашей точки зрения, заплатили ли Макрону за любовь к России? Виктория, ну не надо за это платить Макрону. Он в сегодняшней Франции, где доминируют вот эти социалистические тенденции и, как следствие, любовь к авторитарным правителям, там и к Путину, и действует очень сильно пропаганда, и сейчас там выборы будут, и похоже, что деньги Кремля в руках Мари Ле Пен и этих правых партий приведут к существенному смещению этой политики. Макрон выживает. Для него это вопрос выживания, поддерживать, ну, в том числе и Путина. Вот, и, видимо, он рассчитывает на какую-то, так сказать, на то, что Путин, его пропаганда, смилостивится и не будет с ним бороться во время избирательной кампании. Вот то, что социалисты левые терпимы к авторитарным режимам. Но это там известный факт, это не открытие. Вот Франция в тяжелом сегодня состоянии, благодаря левым, конечно, и ситуация опасная для будущего страны, и что с этим делать, ну, совершенно непонятно, понимаете, и там друзья, которые там последнее время бывали во Франции, в Париже, говорят, что все очень тяжело, все очень сложно.